Мы матери, мы жены шахтеров шахты Комсомольская, города Антрацит. Мы обращаемся к общественности, чтобы нас поддержали. Наши дети сейчас, в данный момент, наши мужья находятся в шахте. Они бастуют и отстаивают свои интересы. У них одно требование – выдать полностью зарплату всем шахтерам шахты Комсомольская. Требования не выполняются и угроза того, что их уволят по статье. Просьба ко всем. Мы обращаемся ко всем, кто может нам помочь, оказать какое-то содействие. Помогите нам, пожалуйста. Мы хотим, чтобы наши ребята получали зарплату, чтобы они вышли из шахты и их не уволили за это. Спасибо.